детей, все стоят на ушах, кто-то катается, кто-то ест, кто-то разбивает что-то. Нужно срочно проводить кастинг вожатых. Что делать, блин, вообще? Какой-то кроме просто дьяволы. А может быть, им будет кастрюлю с супом положить таблеточку снотворного, и тогда у них через час продлится 2 дня. Да вы сама слышали, какой 2 дня? А может, 2 таблеточки? Да идите вообще отсюда. А вы откуда? У вас там окно открыто. Ладно, как вас зовут? Зульфия. Ну и сколько вам лет? 20-25. Я не знаю, у меня мама считает. Ну ладно. У нас просто очень много детей, и вы умеете с ними работать. Как вы будете их развлекать? Я сказки пишу. Сами свои сказки пишете? Да, сама пишу сказки. Ну давайте послушаем. Гуси и гуси. Как-то гуси лебеди пацана поймали. Утащили в лес дремучий и яге отдали. Какие пацаны? У нас детский лагерь. Ну ладно, есть вот такой. Ну, ладно, у моря. У лукоморья дуб зеленый, и цепь была на дубе том, не золотая, так, чернуха. Но все ушло в металлолом. Все, давайте, пацаны, у меня очень мало времени, еще много народу надо посмотреть. Все, давайте что-нибудь закрыть. И говорят, что кот ученый когда-то по цепи ходил, и анекдотами своими до слез русалку доводил. Нет, давайте, пожалуйста, заканчиваем. Можно еще один шанс. Ладно, самый последний. 3 девицы у пруда сели как-то с вечерка. Порыбачить на червя, да поймать себе царя. Да какой? Да вообще, это вообще не катит, все. Секундочку.